Все ко мне бежит. Спиди, ты слышал? Да. Кажется, это был голос Амняма. Скорее за мной. А тогда у нас сидели они все. Вот так. Они тогда сидели все. А это все уже. Они какие-то быстрые. Ты видел? За мной гоняется какое-то зубастое чудовище. Быстрее, не видят. Все, сидеть. Они игрушку даже не видят. Они еще глупенькие такие. Да вообще, ну. А что им? Их не посадишь. Завтра месяц будет только. Ой, да. Они в месяц обычно такие глупенькие, они сидят. Ага, ну их, не их так удобно. Знаешь, мне снимать, кажется... А эти? Мне кажется, что она их долго носила. Поэтому? И, да, и они уже родились такими. Более активные. Да, я их 3 недели уже подкармливать стала. Им не хватало. То есть они сейчас уже 3 раза питаются для котят. Один дикий, вот этот. Вот это дикое, дикий. Да. Остальные. А эти серебро получаются. Да? Все в папку? Один дикого краса. В кого? Как в кого? Мама же у них серебристая. О, мама дикого в кого? Да, дикого. Мама черная. Ну, у них же папа есть серебро. Дикий окрас, он всегда выстреливает, да. Они же дикий окрас вообще и в рыжих подмешивают, в красных. В серебре дикие всегда это есть. Это что за такое? Без дикого окраса Таби не получится. Ну, вот эта девочка дикая вообще, самая такая активная. У нее модочка другая, из-за того, что окрас другой. Вообще. Ой, тут какой. Тут получается вот эта девочка. Ой, Тань сейчас убежит. Вот эта девочка и вот эта. И 2 пацана. Так, дети. Шустренькие. Ну, я и говорю, они уже не хотят сидеть за клеткой. Их можно было еще раньше. Ну. Эй.